Всем здравствуйте! Сегодня я хотел бы сделать маленький обзорчик тормозных колодочек от фирмы BBB. Я их заказал себе как заменитель оригинальных Shimano M08. Производитель написал, что эти колодочки из хорошего полимера, который препятствует скрипу и не так сильно влияет на износ тормозных дисков, как и оригинальные колодки. Вот. Значит, упаковочка, колодочки идут в такой упаковке в блистере. Тут находятся две колодочки и пружинка, которая разжимает колодки, отжимает колодки от тормозного диска. Вот. Ну, так как и оригинальная эта пружинка, она в нормальном состоянии, на нее не влияет как бы износ, я думаю, что можно использовать и оригинальные пружинки от старых колодочек. Вот, значит, что нам об этих колодочках говорит производитель? Что это колодочки BBS-53, которые имеет специальный компаунд, подобранный таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее соотношение качества сцепления колодок с ротором и их износостойкости. Вот тут уже один блистер мы распечатали, это наклеечка идет. Вот сами колодочки, вот так вот я вам покажу. Значит, тут сзади что написано? Тут написано, что тормозные колодки для дискового тормоза BBB синего цвета предназначены только для втулок из нержавеющей стали. Если вы затрудняетесь сделать выбор, проконсультируйтесь с вашим официальным дилером BBB. Но вот что самое главное, что вот эти вот колодочки, они, этой информации нигде в интернете нет. И узнать, что они только должны быть использованы в втулках из нержавеющей стали. Вот, ну, как бы что заказали, то и имеем. Значит, вот такие колодочки. Сейчас я вам покажу, как они выглядят ближе. Значит, вот. Вот так вот я вам видно хорошо, наверное, да? Вот такие вот колодочки. Толщина колодочки примерно 2,5 мм. Самой накладки этой тормозной. Сзади они вот так вот покрашены в синий цвет. И пружинка для разжима.